Ну что, друзья, всех приветствую. Вот заехал на моечку. Немного сполоснул моторный отсек. Просто так сверху просто прошелся, чтобы пыль, грязь такую смыть. Сейчас стало поприятнее как-то моторный отсек даже открывать, прям из керхера. Ничего страшного в этом нету. Если вы не лезете во все тяжкие, то все будет нормально. Так, друзья, всех приветствуем. Сегодня у нас лето. Лада Гранта Люкс Престиж в цвете кориандр. И мы будем говорить о такой проблеме, как лето. Что летом надо? Кондиционер. Какая резина нужна для этого? И вообще, чтобы нормально передвигаться по городу. Автомобиль у нас Лада Гранта, комплектация Люкс Престиж, цвет кориандр. Такой он замечательный, выглядит неплохо. Противотуманные фары у него, колеса на 15. Резина летом резина у нас будет использоваться 185-55-15. Это у нас Pirelli Cinturato. Это родная заводская резина, которая устанавливается на Lada Granta Lux Prestige. Сбоку мы имеем вот такой вот видок. Эти колеса я поставил на лето, а родные литые диски у меня используются в зимнее время. Также летом важно для автомобиля, у кого есть комплектации кондиционер, то он очень актуален. И поэтому, чтобы не пахло в салоне, я, когда иду на долгий паркинг, то выключаю кондиционер, чтобы продуло испаритель, конденсат, испарился конденсат. И не образовался грибок и сырость. Как бы он просушивает его. И получается, что когда в следующий раз вы садитесь в машину, у вас не будет запаха сырости. А когда его постоянно, это запах сырости, он складывается, там образовывается грибок и так далее. Поэтому вот Лада Гранта у нас установлен кондиционер, у кого нет его, того эта проблема не интересует. Также фильтр, надо иметь свежий фильтр, чтобы фильтр салона, чтобы очищался воздух. Когда старый фильтр, он будет плохо дуть кондиционер, и поэтому лучше его поменять. Вот такая у нас произошла небольшая авария, дефектик вот такой у нас образовался. Вот здесь такой упал у нас велосипед чужой, и ручкой стукнул и сделал такую вот вмятинку. Конечно, я мог сказать, что это кто-то там чужой человек сделал вмятинку на какой-нибудь стоянке, но я говорю правду, и поэтому вот такой шрамик, дефектик у меня тоже отпечатался, он в сердце. Ездил на рентген, все, да, все подтвердилось, такой же рубец на сердце имеется. Так что живем дальше, ничего страшного. Все, говорит, пережили, и это тоже переживем. Цвет мне очень нравится, кориандр. Это золотисто-коричневый, очень красивый цвет. Поэтому машина смотрится очень эффектно. Я сделал антихром, все хромированные детали убрал. Здесь у меня знак Лада в глянце в черном, а здесь накладки черные матовые. И хром как бы не окисляется, ничего не все убирается. Также установлена сетка в бампере. Вот такой имеет она вид, чтобы защитить как раз кондиционер. Радиатор стоит первым, чтобы в него не летели всякие камушки, мошка и так далее. На
воздух на охлаждение, это ничего не влияет, все это уже проверено годами. Дворники Bosch у нас установлены, имеют очень хорошо они работают. Классные дворники Bosch. Вот такие вот они. Дворнички. Вот здесь написано у нас, видите, Bosch. Все блестит. Короче, здесь не знаю, что у нас отражается. Сейчас мы поедем и поговорим в салоне уже, что у нас есть. Снаружи мы посмотрели, резина. Отлично для лета. Вот такой червячочек у нас на стекле ползет. Сфокусировались, вот ползет. Ну, все, машина заводится, отлично, все, в машине вот имеется климат-контроль. Все управляется, кондиционер, кнопочка включил, выключил. Это рециркуляция воздуха, это максимальный обдув. Выключаем, вот все у нас в режиме авто работает, ничего никому не мешает. Здесь у нас антипробуксовочная, антиблокировочная вот эта ESC система, подогрев лобового стекла, вот это вот, это обогрев заднего стекла и зеркал. Здесь у нас БК штат, показывает температуру двигателя. Есть круиз-контроль, у нас вот такой вот, вот он, приборная панель отличная, все, читаемость превосходная. Установил динамики, сабвуфер, усилитель, магнитолка у нас Alpine. Ручка здесь переключателя и отвеста. Также имеется обогрев сидений. И других стеклоподъемники, кстати, вот здесь. 4. Регулировка зеркал и блокировка дверей. На машине передвигаться нормально, все очень комфортно и предсказуемо. Сейчас выйдем на асфальтик и продолжим разговор. Летом у нас все цветет, все зеленеет, вообще просто жизнь просто преображается. И по асфальту с хорошим зацепом передвигаться одно удовольствие. У Лады Гранта, кстати, хороший зацеп. Едет она отлично. Кондиционер, про кондиционер я говорил, то, что там испаритель, вот это все надо продувать, выключать перед длительным паркингом, надо выключать кондиционер, кнопочку. Также есть шланг, где сливается конденсат, он находится он там внизу, и он может, бывает, когда его затронешь, то он может слететь, и тогда конденсат от кондиционера включено будет литься вам под коврик. Очень неприятное занятие. Я вам скажу, лучше этого избежать. И дополнительно просто я пластиковым хомутиком зафиксировал этот шланг. И тогда у вас никаких проблем не возникнет в летний период эксплуатации. Ну а так машинка едет, 106 сил. Очень резвая, очень хорошо она идет. У нее вообще просто динамика просто катастрофическая. Мне как-то затрагиваются все моменты. В каких-то видео про динамику двигателя. Просто отличная динамика. Машинка едет.
радует, ничего не ломается, пробег у меня небольшой, вот 19, почти 20 тысяч километров, это практически для Лады Гранта ни о чем, только прошли обкатку. Кстати, менял я на 10 тысяч масло, сейчас надо на 20 тысяч тоже как-то его поменять. Сейчас все цены выросли, все стоит космос, масло все, по-моему, 2-3 раза подорожало. Расходники там все 30-40-50% тоже. Какие-то запчасти, на какие-то дороже, на импортные, на какие-то. Ну, все подорожало, это точно. Сейчас уже ТО будет обходиться. Так-то оно было дорого. Ну, к официалу мы ехать не будем, просто заменим маслом. То, что я знаю у своей машины, где стучит, где гремит, и никакой проблемы не испытываю, нужды в том, что ехать к официальному дилеру, там только просто мозги себе компенсировать, и ничего хорошего это не приведет. Машина есть датчик света, датчик дождя. Это очень большие опции. Руль обтянул я кожей, чтобы так приятненько его держать в руке. Сразу как придает какой-то люксовость, а то Лада Люкс Престиж. А в таких мелочах все люкс создается именно вот в таких мелочах. Поэтому, когда эти мелочи присутствуют, то есть небольшое отдаление, такое чувство, что ты едешь более-менее комфортабельном автомобиле, хотя этот автомобиль комфортабельным назвать, все это относительно, как говорится. Но привыкаешь, машина ездит. Сейчас цены, я хотел Ладу Весту FL, который New Generation, но что-то с ней какие-то проблемы, беда, тут еще какие-то события произошли, все цены стали какие-то космические, машин нету. Машины есть, но они почему-то стали в два раза дороже. С какого перепуга, никто не знает. То, что сказали, что больше этих машин не будет выпускаться таких, и поэтому цены выросли в два раза. Сейчас все продажи стоят, они упали на 70%, там или на насколько точно, но сейчас ничего не продается и не покупается. Также и бушные, и что новые, что бушные автомобили, везде идет какой-то, просто люди все попали в непонятно, что происходит. Почему с того ни с того ни с сего все выросло в цене. Хотя все доходы у людей как были, никакие, так и они никакими и остались. А все подорожало. В три раза просто. Дело в том, что просто покупательная способность у людей осталась та же. Никакая. Как не покупали, говорит, так и не будем покупать. А цены будут расти. Для кого они будут расти, никто не знает. Так что будем смотреть дальше, что у нас. План война, говорит, план покажет. И события все, говорит, поставят на свои места. Поэтому остается у нас надеяться, говорит, и ждать. Мы будем надеяться на лучшее, говорит, а то, что произойдет, это уже то, что произойдет. Будем дальше передвигаться на этой Лады Гранте, если с ценами ничего не метельник не появится, они не упадут с какой-нибудь перепуга, а упасть они с перепуга не могут, поэтому ничего, я думаю, на ближайшее время будем продолжать передвигаться на Лада Гранте комплектации Люкс Престиж. Хорошо, что сейчас будет выпускаться Лада Гранта у нас, которая в никакушной комплектации,
антикризис, как они называют, антикризисная Лада Гранта, который будет без электроусилителя руля, без стеклоподъемников, без аэроглонас, без подушек безопасности, может еще там чего-нибудь, не знаю, пока еще никто не выпустил, это просто так слухи, как она будет выглядеть, мы увидим это уже в ближайшие время, когда они эту машинку выпустят, и уже поговорим, стоит она внимания, такой автомобиль, или не стоит. Сейчас пока говорить рано, информации пока нету конкретной. Когда будет конкретный, тогда о конкретике и будем говорить конкретнее. Так что, друзья, всем привет, удачи, счастья и удачи в дальнейшей жизни. Как говорится, всем пока. Ближайший полицейский отрабатывает она как никогда. В общем, отличный автомобиль, я вам скажу, друзья. Можно продолжать движуху.